Ульяне 7 лет, и в пришкольном лагере она впервые. Сегодня пробует себя в роли актрисы. Обычно лето Ульяны начиналось с поездки с родителями в Турцию. В этот раз пошли по другому пути. Я не знала, что здесь будет. И я подумала, может сходить мне сюда, в этот лагерь. Я познакомилась с многими друзьями. Мне здесь очень нравится. Мы ходим на разные кружки, но больше мне нравится гулять. Ребята из 41-й школы готовятся к Дню России. 23 пришкольных лагеря, 1500 детей устроят праздник на площади Металлургов. Мальчишкам и девчонкам нужно подготовить медали с именами любимого спортсмена, сценку любимого вида спорта и написать письмо ветерану. Так ребятам в пришкольных лагерях организуют не только досуг, но и патриотическое воспитание. Сегодня вот они готовятся к этому большому мероприятию. Очень здорово, что есть у нас такие праздники, которые сосредотачивают в себе именно каждый лагерь. То есть для них это большое массовое событие. Вместе с тем педагоги в пришкольных лагерях организуют экскурсии, присматривают за ребятами, пока родители работают. Для юных череповчан, которые сами желают трудиться, создана бригада мэра. Так подростки в возрасте от 14 до 15 лет благоустраивают пришкольную территорию. В день работают по 5 часов. Чтобы было времени поменьше, не тратить на всякую ерунду. 14 лет – это все-таки такой возраст, который они хотят отдыхать и тусоваться. И поэтому их нужно иногда подначивать и говорить им о том, что «ребята, берем руки секаторы и идем резать траву». Помимо бригады мэра, молодежь может найти себе работу на лето через Центр занятости населения. В этом году в Череповце на трудовую и оздоровительную кампанию было выделено 76 миллионов рублей. Часть средств поступает из областного бюджета. Увеличен объем средств, которые выделяются регионами на проведение этой кампании, на 3,5%, в том числе и Вологодская область увеличивает объем направляемых ресурсов. Консолидированный бюджет детско-оздоровительной кампании более 650 миллионов рублей. Детским отдыхом будет охвачено более 33 тысяч детей, вологжан. Одни ребята отдохнут в загородных лагерях, другие в пришкольных. Для любителей природы этим летом будут работать и палаточные лагеря. Главная задача не просто обеспечить досуг юных вологжан и дать им возможность заработать деньги. Нужно обеспечить их безопасность, пока дети и подростки отдыхают и работают, за ними присматривают взрослые. Зачастую несовершеннолетние летом предоставлены сами себе и могут стать жертвами преступлений. На летний период основная масса преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, это мошенничество и кражи как сотовых телефонов, так и велосипедов. Так как люди передвигаются молодые, у нас не без присмотра взрослых, сами себе предоставлены. И вот в отношении их возможно рост данного рода преступлений. Лето только началось. Во многом безопасность детей зависит от того, какое внимание этому вопросу уделяют родители. В полиции отмечают, если нет возможности отправить ребенка в лагерь, нужно строго обговорить с ним правила поведения на улице. Тогда летний отдых пойдет на пользу.